Сурик, подожди, что-то у нас не получается. А может поменяемся? Подожди меняться, давай ты будешь другим инструментом. А, давай. Да, вот, есть какой-нибудь инструмент. Вот, губная гармошка. Вот. Давай. И... Нет, Жорик, не получается. Давай я попробую вот эти. Давай. А я вот сразу двумя. Давай, и... Давай поменяемся. Давай. Значит, вот я тут. Давай. А я вот сюда сяду. Так. О, ребята, здравствуйте. Привет, мы учимся инструментом. Мы музыкой занимаемся. Да, да. Только у нас что-то не получается. Да. Ну, сейчас мы попробуем его поменять. Да, пытаемся. Так, давай. Давай. И... Нет, чего ты? Может, знаешь что? Может, там песню какую-то надо петь и играть? Тогда получится. Давай! Пусть бегут неуклюжи, да? Давай! Только я буду подхлопывать! Давай! Эй, пусть бегут неуклюжи, пистоколки, полоти, а вода по золоту бегут! Вот так! Нет? Я не знаю тогда, как нам играть? Вот как они играют? Как играют? Давай смотри! Давай теперь я сяду! Давай, смотри! Так! Ой, ребята, как это сложно! Это очень сложно! Оказывается, подобрать себе инструмент. Давай ты будешь вот это называть. Давай. Так, а я буду играть вот на этом инструменте. Давай. Вот, на этом. Это я знаю, цимбалы вроде называются. Да, это цимбалы, ребята. Да. Вот цимбалы. Итак. Давай. О! Еще раз. Давай. А теперь вот так. Давай. Жорик, у нас с тобой получается. Да, мелодия какая-то. Да, у нас получается какой-то музыкальный, это... инструментальный дуэт. Дуэт, да. Скоро поедем на гастроли. Да. Но знаешь что? Мне кажется, надо сначала научиться играть на барабане. Мне кажется, Зори, что сначала нужно, наверное, изучить музыкальную грамоту. Точно. Вот, ребят, если вы хотите научиться играть на каком-либо музыкальном инструменте, то вам нужно для начала изучить музыкальную грамоту. Да. Ну, там есть скрипичный ключ, басовый ключ, ноты там, до, ре, и фа, соль, а си, до. Да, и все это можно изучать в школе специально. И тогда у вас получится играть вот так, дуэтом, инструмента. Да. Ой, что-то мы заговорились. Да. Пора уже его фильм смотреть. Давай, фильм смотри. Пошли, смотри. Все, завтра попробуем еще. Учиться. Давай.